вами снова рука, страшный выгул и куча крыс. Не удержался от соблазна сделать новое видео, потому что просто решил выгулить наших злобных пацанов и показать вам то, что не хотел показывать. Ну, во-первых, это еще одна стайка. Это стайка мальчиков. Это у нас хорек. В принципе, спокойные все. Это Ехетина прибежал. Он у нас недавно болел. У нас отрастился абсцесс над ухом. Мы возили его к ветеринару, чтобы этот абсцесс убрать. В принципе, его убрали. Но он у нас теперь ходит весь обиженный на всех и на всех. Да, это я тебе сниму-то. Вот. И на всех ругается. Дальше у нас тут есть еще один беленький мальчик. Красивенький, с копченым носом. Вот, покажи копченый нос. Нос копченый прячется и ругается. И теперь я покажу самого страшного зверя, который у нас вообще есть тут. Вот. Да, кстати, это еще один беленький, это Сюмик, помоложе который. Вот. А самый страшный зверь у нас... Та-да-дам, та-дам! Вот он, самый-самый страшный зверь. Это зверь по имени Бао-цзы. Это гроза пальцев, ужас рук и дикий лидер стаи пацанов. Почему моя рука сейчас там не находится? Потому что это, скорее всего, будет минус палец, это будет много крови, расчлененка и все такое прочее. Вот. Булочка, покажи свою мордочку, пожалуйста. Вот. Мы вот тут сейчас бегаем, распушивши попу. Ну, и метим территорию просто по полной программе. Крыс огромный, ну, из всех, которые у нас есть, это самое... Большая крысятина. Вот. Вот это наша булка. Ну, если вы увидите кровяку и жесть, я потом поставлю, что 18+. Потому что, скорее всего, он меня может кусить очень больно. И это у нас еще один человек на операцию. Ну, потому что просто его нереально брать в руки. Абсолютно. Уже пострадали и пальцы, и руки, и локти. И все такое прочее. Вот, в принципе, еще одна наша стайка. Большое видео делать не буду, потому что я вообще говорил, что я закончу. И пока выкладывать не буду. Но не удержался, чтобы не показать этого красавца. Нашего огромного, здорового Бао-цзы. Ну, вот так вот все. Всем пока.